В общем, здесь мы остановились этими шнягами. Давайте их гасить дальше. Так, что ты там подзастрял немного? Туда нам топать-то дальше. Наверное, все-таки вот сюда пойдем, пойдем туда. Или мы отсюда пришли, или мы не... Или мы не отсюда не пришли. Так, ну значит все, туда валим. К херу. Так точно, к херу горбатому. Так, мне кто-то подзвонил. Ну ничего. Кто-то под... Задолбали пердеть с утра. Поехали далее. Так, кто-то меня все гасит. Идите вы нафиг, шизофреники. Че ты здесь стоишь, что-то со своим потом автоматиком? Не пукай здесь. Да, совершенно прав, кореш. Сохранение. Ты не тот гоблин, с которым я... Кто же такой? Откуда взялся? Еще не время, паук. Зачем все портить? Летим за хером горбатым. Да сдохни ты уже, этот потный гоблин. Бьем, бьем. Так, здесь, наверное, сейчас нас препятствия будут сбивать, так точно. Твою мать, а. Ой, ёптую налево. Что здесь за шняга красная виднеется? Гоблин, ты где? Опанзе, опанзе. Шняга, да что меня все сносит? Твою мать, задолбали эти предметы. А-а-а, помоги, помоги. Где этот хер? Блин, а хоть, ну все равно задевает тварина. Хоть ты тресни. Надо по... Есть. Гоблин, ну когда мы тебя загасим? Ты от меня не избавишься, пока крылья... Про крылья забыл? Крылья... Ну, ты сам меня отразил. Кто тебе это помог? Ты наблюдателен. Еще патрули, наши полеты привлекают внимание. А, только мы вошли во вкус. Вернемся к этому разговору позже. Разрешаю применить боевое оружие. На, козел. Сейчас мы быстренько этих потных... О, нифига, не ножками умеет дрыгаться. Так, что ты там с лазерным... С лазером там что-то. Давайте кого-нибудь еще подгасить. Все, кореша, давайте пока соберем. Ох, ни хера себе. Лети-ка ты туда вниз, да, правильно, вниз. Чего? Я по-английски не умею. Давайте вот эти шняшки соберем. Ой, ёптво налево. Я-я-я-я-я. У нас всегда есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди ты нахер, давай бейшь. Сдохни быстрее нахер. Дай нам вот эту херню взять. Куда ни в кого-нибудь кинуть, на в тебя, паскуда. Хер ты моржовый. Так, у нас здесь много паучков. Мы сейчас насобираем паучков. И будет что-то. Ну что ты там делаешь, хер? А, ты шары кидаешь? Ну давай, шары. Видимо, своих шаров много, избавляешься от своих шаров. Давай. На, получай. Когда-нибудь ты уже откинешься или нет, а? Вот ты непонятливый. Блин, ну нахер эта херня рядом стояла. Давай-ка подальше от нее идем. Давай, давай, попу. Да что ты опять эту херню-то берешь? Иди ты со своим ящиком здесь. Давай, перди быстрее.
Смотри, летай там, где мне этот ящик не в тему. На, получай, гниль. Уже третий раз его гасим, паскуда, никак не хочет. Не хочет поддохнуть. Все, последний раз, наверное, загасим сейчас его и все. На, получай, все. Все. Ну, шняга, еще последний раз. Портишь мне все удовольствия. Кто-то должен был это сделать. Паучина. Где паучина-то, ёб твою мать? Не понимаю, паутина не сработала. Вот сейчас она срабатывает, а когда я летел, не срабатывала. Давай. Вот теперь срабатывает. Ну, тугодума, но срабатывает. Попёрлись. Так. Что за херня? Замри нахрен. Замрем, замрем. Тревога, тревога. Перегрев нахрен. Так, что там за шняга стреляет? Ну покажитесь, покажи. О, паучок. Thanks for playing. Хорошо. Я тебя понял. Понял. На, козел. Говорят, тут просто убийственный вид. Не жди меня. Если не появлюсь через 5 минут, подохнешь сразу. Да что ты такое будешь делать? Давай, а где там корешок? Не понял. Ай, ну тяндюстюнт. Сюда что ли? Нет, ни хера не сюда. Вниз нам не надо лететь. Полетели заново, посмотрим. Так, надо прощупать. Опять кнопки не работают, кобзец. Что-то подфаршмачили разработчики. Тестировать игру надо, шизики. Хорошо, что у нас там такое? Что нам, что мы не доделали? Вниз нам не надо, получается. Цель. Ладно, полетели. Не работает кнопка абсолютно. Охренеть. Почему она у них не срабатывает, не понимаю. Да работай ты, ёб твою мать. Чё ты не прыгаешь-то, шизик ты долбанный. Вот, заработало. Не работает. Не работает кнопка. Вот, заработало. Зашибись. На лифт надо было, оказывается. Лифтерами будем работать. Ну что? Не обижайся, но чем дальше, тем меньше ты мне нравишься. Ну ты еще много обо мне не знаешь. Как насчет пси-способностей? О, зашибись. Неплохо, а? А что будет, если я добавлю к этому силу осколка? Что? Что происходит? О, мне нравится. Нет, не может быть. Добро пожаловать, Человек-паук. Надеюсь, ты выживешь в моей реальности. Избей этих существ как можно скорее. Хорошо, бабуль. Бабуля всегда в помощь. Блин, музыка как в этом. Darkness Phantasma, нахуй. Чё за дерьмо? Чё ты крутишься, шизик? Шёл нахер. Столкнули. Три горгули повреждено нахер. Следующий. Твою мать, что это такое? Я только что сходил в туалет, поэтому я говорю а-а-а. Хер, куда? Нихера себе. Так, мудак, мне надо тебе понять, что тебе надо. Козлин, откуда ты вынырнул вообще? Ух ты, ёб твою мать. Ты точно гоблин из паука.
А, вот твоя силушка-то, а, козел. Вали. Пукнул, что ли, или рыгнул козленок? Козленок недолбанный. Куда бы нам спрятаться? Вот здесь мы спрячемся. Почему паучье чертё не работает, чертё? Где ты, форчмак? Ага, вон ты там где-то бегаешь, летаешь. Гнедушный. Давай, ну где ты там? Чу-чу-чу-чу-чу. Дедуля долбаный. Да-да-да. Давай, деда! Крылышки обломаю. Ну когда у тебя силы иссякнут, паскуда ты? Мне надо тебя бить. Давай, кореш, все, садись. Да сколько ты можешь стреляться-то, гнида? Твою мать, все равно задевает, паскуда. Ой, 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 мини, мини. Кореш. Чего? Ой. Так, волна нас гасит, понятно. О, наконец-то, козлина. Вот это мощный удар. Ах ты паскуда. Опять пернул, тварь. Энах, довольно. Чё? Да куда ты идёшь-то, ёб твою мать? Так, понятно. Бабуля говорила быстро гасить. Мы сейчас будем быстро гасить. Бабулечка, скажи что-нибудь. Так, это какой-то транс. О, у нас и жизнь выполняется, зашибись. Твою мать, где еще шняга? Вон она. Нет, нету, шняги больше нету. Твою мать, творил, да? Каштан ты долбанный. Нет, так мы его не будем хватать. Давай вставай, тварь, сила подзарядилась твоя. Нихера себе, о. Так, сип, супер удар, супер удар, супер удар. Ну ладно, не перди, лучше слюни подотри. Твою мать, опять что ли? Вот хер ты моржовый, дохнешь, чувствуешь, что ты дохнешь. Давайте следующее. Во. Еще где, еще где? Все. Нет, еще двое козлов. Но он не так сильно заряжается. Так что мы его загасим. Да давай ты, пауканы, что ты делаешь? Гаси вон хера моржового. Есть. У нас уже 58 тысяч. Что там ворчишь-то, дедуля? Сэр, кидай что-нибудь вот так вот. Покажи, что ты живешь, покажи. Кабдес, ну ты осел. Давай, 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 там упади, пожалуйста, побыстрее, дедуленька. Ой, 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 какой хороший дедуля. Ну давай, пукни. Ох, оп, оп. Танцуем джигу-джигу. Ну давай ты упади, гнида. Ну, херушкин. Тварюга, это какая сильная, мощный орел. Орел ты, Соколов, орел.
Давай, давай, Херуш. Ну, кидай, кидай. А, у меня чутье есть в башке. Где ты, уродец? Где ты? Твою мать, чуть-чуть задело током твоим потным. Ой, все, чиколки пошли, чиколки. Воробьи, воробьи. Ой, пупсик, давай, где ты? Ну давай, падай там. Когда тебе не в мочь-то будет, а? Пупок, ну давай-то быстрее. Твою мать, бить тебе нельзя. Нихера, бить тебя нельзя. Давай, козел, падай. Проклятый гоблин. А мы пока спортом позанимаемся. Ноги не мешает поразмять. Вот паскуда живучая. О, классный у тебя смех, дедуль. Ты вот на старости лет фигней занимаешься. Сидел бы дома, читал бы газет. Вот, наконец-то, козел. Ах ты, паскуда, последний раз не... Прокатимся! Тварюга, да... Так, бить будем, бить его нафиг. Или не бить? Что делать? Кореш. Какая жалость, игрушка сломает. Та-та, пау. Чё, сдохли, что ли? Что делать? А, вот, только кнопки не работали, не работали. Хватит своими крыльями. Получилось, паук, в самый удачный момент. Не работали кнопки. Да уж, сеть. Давай посмотрим повнимательней. Где наш осколок? На волокна встроены биологические схемы, биорганические схемы. Только одна компания в мире владеет такими технологиями. Олег и Макс. Комбо рейтинг. Походу мы улучшения не сделали, у нас наверное все очки отнимутся. Новое, новое, новое. Рейтинг паука, бронзы. О нет, 68 тысяч, зашибись. Мы можем что-нибудь купить. В галерее призов доступна новая биография. Ок. Ок. Жесть. 10 раз нажмешь. Мистерио был опаснее, даже когда был обычным проходимым. Представьте, что он может уничтожить, обладая магическим способностям. Учинить. Мистерио. Даже мне не хватает воображения великий. Оль, великий любитель комиксов, а это говорит о многом. Змеюка подколодная, две штуки. Бегите, бегите от своего повелителя, могущественного Мистерио! Нет, не надо. Сейчас я сделаю так, чтобы двое полицейских исчезли. Что? Есть и другие осколки? Скрижали? Еще больше волшебных сил? Я должен их найти. Боже, да, и не говори. Он решил найти другие осколки. Когда противник находится слишком близко, можно нанести на вас уже использовать щитные стойки, чтобы уворачиваться от пуль. Так, а что там за шнем был у нас? Хера прошел. Лучший комбо рейтинг, сэр! Выбор эпизода. Ух, ёптво, налево. 4 новых козла. О, булава нахрен. Это какой-то коршун. Еще скорпиончик. Так, а сколько их? А, ну вон сколько еще. Давайте так, блин. Вот так вот сейчас мы выберем наугад. Давай, кнопочка, работай. Не знаю, кого мы выбрали. Выбрали булаву. Ну их нахрен, они какие-то тяжелые. В том плане и веса, в том плане и бойни. Пустыня, класс. Мне нравится в пустынях. Нужно скорее найти следующий осколок. Вот он, тогда почему у меня еще не дает ни покоя? Ух ты, ёптую налево, песочный человек, уф! Пукнул? Бывает. Ого, чуть не зарыли буквально, но где...
Что-то потерял. Пучеглазый. Сэндмен! О, что же мой давний друг, Флинт Марко. Песочный человек. Знаешь, после наших игр я месяцами вытряхиваю из костюма песок. У меня есть для тебя новая. Кто фильм смотрел, третью часть или вторую, не помню, там он был. Блин, сам балом был. Марко. Креветка. Марко. Орло! Боже, я думал, это у меня шутки дурацкие. Песочный шторм, да, после такого весь костюм будет пески. Чё? Вот здесь мне графика больше нравится. Какая-то она такая вот фиг. Вот сейчас он чувствуется. Чувствуется. Ой, ботички, 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 пучочечки. Поехали дальше. Туда, пупок. Вот сейчас управление слушается. Остановите там надо. Каким хером тебя останавливать? А чё, мы туда не можем? Я не знаю, как его остановить. Хорошо, надо думать. Так, как же нам его остановить-то, ёб твою мать. Каким хером я его останавливаю? Такой маленький паучок. Наверное, надо срочно туда идти. Испытание мастера паутины пройдено. Просто надо туда-туда херачить. Давай, пупок, давай, давай, иди. Или я что-то не... Не знаю, что делать, в общем-то. В общем, мы пока скачем на бочках. А что делать дальше? Так, там вниз. Прыгни туда, кореш. О, что это такое? Во! Ну, козел, получи заряд воды. А, песок с водой дерьмовая штука. А, думаешь, это мне поможет? Ха! Ой. Смотри, ты весь мокрый, принеси полотенце. Пф, ты никуда не денешься, я могу проверить каждая песчинка. Правда, ты мог бы сделать состояние на ландшафтном дизайне? Я тебя сейчас прибью. На, козел потный. Ты не причинишь ему, да, пока он не превратится в грязь. Понятно. Так, иди нахуй. Вот, водичку, я вижу водичку. Ко-ко. Где еще водичка? Иди сюда, козел, с водичкой. Вот водичка. Блин, водичка кончилась. Подожди, ты, мне надо запрыгнуть, хер ты. Во. Пока пособираем шняшки. Там водичка есть? Пока он грязи не будет, нам ни черта не... Вот еще кран, смотри. Я понял. А я не ищу тебя, я не ищу. Иди сюда, грязь. На, козел, вот тебе. Водичка же была, ёптую налево. Вот, грязь. Ах ты паскуда. Так, валим, 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 валим. Нихера себе, паскуда ты песочная. Давайте до сохранения пойдем. Вот водичка у нас. Да зачем ты берешь эту шнягу? Мне вот эту надо. Вот водичка, на, козел. Вот так, козлина. Есть, успел? Блин, ну ты тварюга, а? Грязник. Ну оттуда. Вот так у тебя, а? Ну блин, в грязь превращайся ты, пупок. Что, сдохли что ли? Нихера. Как такое может быть? Ты ж водяной. Вот вода, паскуда, вот вода. Блин, везде вода открыта, а с тобой все в порядке. Да блин, бочки потные. Вода же льется, мудила.
Какой отвратительный этот песок. Плохо, что он все время бочки эти берет. О, грязь. Нет, уже грязи нету. Так, я так ему ничего не делаю, понятно. Бабуля не обманула. Иди ты нахер со своей булавой. Ух ты, мудила ты долбаная, а? Так, пойдем бочки брать. Так, наушник вылетел. Извиняюсь, Иди ты нахер. Так, он потяжелее, однако, потяжелее будет. Не туда ты бочки кидаешь, хер, не туда. Да ты бери бочку, ты когда берешь бочку, а когда не берешь, ну ёб твою мать, а? Хер ты моржовый. Со своим песком потным. Вот вода, иди сюда, к воде. Есть, понятно, две кнопочки надо жать, хорошо. Блин, я хочу взять вот эту... Пошел ты в задницу. Хер его знает, как его гасить. Все, труба нам нахуй. Смотри, а сейчас он бочки берет, кобзет. Ну что за бред? Да не хочу я тебя бить. Я вот эту воду хочу слить. Какое геморройное управление здесь. Сначала было нормально, а сейчас опять дерьмово. Жизнь. Опять ты бочку берешь. Да не хочу я бочку брать. Где бы нам жизни подраздобыть-то, ёптвою мать. Туда кидай в нее, вот нахер. А, она с водой бочка, ёптвою мать, понятно. Понятно, они с водой бочки-то, ёб твою налево. Все, я понял, они с водой, ёб твою налево. Я ж тебе бочкой попал, хер ты моржовый. Да иди ты со своим песком, срань ты болотная. Да иди ты нахер. Я ж тебе попал бочкой, шняга ты проклятая. Вода со всех сторон на тебя льется. Твою мать, а. Он сильный, однако, ёб твою мать, и это сраное управление, просто говна кусок. Чё за дерьмо? Свалил, урод. Звучит грозно и неплохо. Что это с тобой, паук? И что это значит? Смотрите, баги, нас как всегда преследуют, мы упали. Ну падай, падай, придурочный придурок. Куда-то вниз, паутину бери. Смотрите, мы все падаем и падаем. Такое бывает. Ну и сколько мы будем падать? И куда мы будем падать? Что там, бездонная... Все заново, ёб твою мать. Ну, пидрилы сраные, а. Все, здесь закончим. Вы видели, был баг. Сраный баг, вонючий. Подписка на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, пока. Пока.